Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут с тираннозавром. Понятно. Как всегда, сопротивляется, они все тут любители посидеть. Так, здесь у нас уже скафагнат был, я его уже получил. Остальные, как видим, кто-то будет день, кто-то будет 6 дней еще выводиться, в общем, долго. Так, ладно, монеты я, наверное, потом заберу. Ну что, пора нам, наверное, глянуть, что у нас сегодня будут за события. Так, еду, это все мы потратили. Глянем. События. Белая мгла, но схватка чемпионов я не буду проходить. Могучие деньги. Пернатые предки. О, вот это интересно. А можно мне глянуть, что у нас тут? Слушай-ка, пернатые предки меня заинтересовали. А тут чисто птерозавры, нет? Зашибись, только птерозавры против вот этих. Ну вы нормально вообще вот делаете? Ну ладно, еще хищники. Ну нафига сюда ставить терезинозавра? Ну вот объясните мне, ребят, я не знаю. Хоть у него и очень много хп, мало атаки, но, извини меня, против летающих-то это очень сказывается. И к тому же, ты посмотри, сколько здесь. 4 волны. 4. Ни одна, ни две, ни три, 4. Так, ну а тут что у нас? Ну а тут бред какой-то. Вот сижу и думаю, может быть, нам пойти или не пойти. Так, белая мгла, хотя бы давай глянем, что у нас тут. Блин, ну давай рискнем. Давай рискнем. Энтеладон, Уэндотерий и Элесматерий. И все у нас это пустынники, получается. Против них, естественно, рулят наши хладнокровные, да, мамонты, шерстистые носороги и прочее, прочее, прочее. Но я сделаю немножко похитрее. Я возьму вот так вот двоих. В принципе, можно и Динотерия взять. Только от него здесь мало толку. Так, Андрикотерия надо будет не забыть прокачать. Даже не знаю, стоит ли вообще здесь брать мамонта. Мне кажется, что мы справимся здесь. Вот чую нутром. Ладно, давай тогда просто возьмем с тобой вот этого Эндрикотерия. На крайний случай, он, если что, будет как бы на равных драться. И что-то мне подсказывает, что мы должны здесь разрулить вот эту вот ситуацию. Давай, Синтетас, раз, бомби его рожками своими. Отлично. Давай, 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 там не прыгай и не елось. Нам чуть-чуть, наверное, потише сделать что-то. Орет или мне кажется просто уже. Так, ну что, я думаю, надо его добить. Ага, не получится. Не получится. Неужели опять будет брыкаться? Ты посмотри, до последнего бьет, а? Ну, хлыщеныш, тогда получи. И вот так вот. Энтеладун готов, короче. Так, дальше. Уинтотерий выходит. Я видел, друзья мои, что он делает на 40 уровне. Это просто машина для убийства, если честно. Так, сколько он? 2, да, потратил? 2. Ну что, я думаю, тут, наверное, достаточно будет 1, 2, 3, 4. 4 плюшки ему прописать. И отправить его во свояси. Ну и дальше Элесматерий. Это, наверное, близкий брат, так сказать, нашего шерстистого носорога. Потому что у него тоже тут носорог. А тут 2, а у него там 1. В общем, неважно. Как говорится, младший брат виноват. Получи. Как и подковой взад. Нормально, все, ребят. Здесь разрулили, но это первая только битва была. Что там завершено? Что там ДНК завершено? А, вот, завод. Завод по производству ДНК. Итого у нас почти, ребята, 8000. Плюс здесь еще и хавальник. Хавальник у нас тоже закончился. Давай, наверное, вот так вот поставим. Ну что, продолжаем, конечно же. Продолжаем наши схватки. 3 поединка. Так, ох, нифига себе, Мегистотерий прикольно выглядит. Так, Археофицион и Унтотерий. То есть 2 пещерника плюс пустынник. Ну, против пещерника возьмем, наверное. Ну, Гасторнис вряд ли один вытянет. А вот Унтотерий 100%. Так, и плюс... И плюс мамонта, что ли, брать?
Так а зачем нам брать мамонта, если мы можем сделать... Взять Келлинкина, да, например. И на всякий случай, на всякий, ребят, случай возьмем... Эриматерия. Все, вот так мы, наверное, сделаем, и будет топово. Ну что, жалко, нам, конечно, не хватает немножко атаки здесь, чтобы с одной плюшки его завалить. Но сам понимаешь, 73 атаки против 1500 хп, это вообще ни о чем. Но он, видишь, он выпендривается. Он выпендривается, на что-то рассчитывает. А вот этот братюня, да... Блин, он прикольно выглядит. С таким иракезом. Ладно, давай, песе. Ну, топ сомневался, что ты возьмешь его Интотерия. Но опять же тебе скажу, парень, ты зря его взял. Зря его взял, потому что он тебе не поможет. Так что иди сюда ко мне обратно, Мегистотерий. Какая-то он больше похож на гиену. Может быть, это пра-пра-пра-пра далекий там родственник именно гиены. Так, все, друзья. Победа за нами. Ну, опять же, повторю, вторая. Ждем третью. Надеюсь, будет победоносная сейчас. И, соответственно, заберем награды. Так, Фрарака, Сумчатый Лев и Гигантофия. Ну, тут возьмем Мамонта. Паноктуса. И Гасторниса. В принципе, все идеально у нас подходит. Как раз сделаем с тобой событие по... сыграть разными видами животных. Поэтому начнем. Так, Фроракас, получай. Единственное, что я хочу, чтобы мы, когда прошли вот это событие, нам дали легендарную карту. Я понимаю, шанс, конечно, получения ее очень маленький. Но хочется, ребят. Ты смотри-ка, в защите простоял, а? Вот ты прохиндей. Давай еще мне Сумчатого Льва здесь возьми. Нет, не стал. А я вот так сделаю. Ты смотри, что жучара творит. Ну все. Да, насмешил меня. Ай, лузер. Значит так, короче, нам нужно сделать один удар. И вот так вот. Все, отправляем его к праотцам. Ну и двигаемся дальше. А, выпендривается, выпендривается, ребят. Сумчатый лев этот. Что же нам тут, как лучше сделать? Ну, в принципе, раз, два, три. Вот так вот я сделаю, будет все отлично. Нормуль? Нет, не нормуль. Простоял в защите. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, здесь-то понятно. Ну, одна атака тебе не поможет. Беру я тогда Гасторниса, короче. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. В любом случае, да, в любом случае мы его уничтожаем. Так, опять возвращается Сумчатый Лев. Ну и все, вот и допрыгался парень. Давай, Паноктус, выходи. Че у него там, 120 хп всего лишь? Ничего себе он. Пано, я и в первый раз видел, чтобы он так сделал. Такой крученный удар. Отлично. Колесо призов. Ну, кто бы мог сомневаться. Мне, как всегда, сейчас выпадет какая-нибудь дребудень. Ну, вот, видишь, Галимим. Ничего другого от них я не ожидал. Ладно, заберем здесь награду за использование разных животных. А собрать мод, давай сделку совершим тогда еще. Так, ну, Дозуха продают за 50 баксов. Давай, сделку. Сделку я эту совершу. Так, 1500 очков доверия на еду. Нет, спасибо. Баксы на еду. Тоже спасибо большое. Кровожадность, 12 карточек. Увеличивает урон на 15%. Это бред. ДНК на 5 карт тропического леса. Не хочу. 10 карт. Давай, ребят, я все равно этой картой не пользуюсь, поэтому пускай будет так. И поехали здесь тогда, сделаем обмен тоже. Кстати, мне сегодня, вот, ребята, микропозавра нужно поставить, выводиться. И кто-то еще у нас есть.
Тираннозавр, да? Ну да, тираннозавр. Так, ну что? Лабиринтозавр у нас есть, кстати. Ого, надо будет его тоже, ребята, обменять. Давай Гатсу поменяем, например, на баксы. Сколько? 15! Всего 15 долларов, вы серьезно? А в Каназуке есть кто-нибудь у нас? О, смотри-ка, сколько у нас Архиотерия? На баксы, сколько он выйдет? 100 баксов. А если я еще гляну, кто у нас тут есть? Давай на баксы, посмотрим. 50. Ну ладно, забираем здесь награду. Так, открытие, набор карточек 3. Используйте ускорение. Так, ну что, давай, наверное, используем ускорение по-быренькому. Просто по шементу. Это Гатс. А, это Аланка. А, мы продали, все, я понял. Я уже думал, что мы там делаем. Так, Тодзи. Тодзи что-то стоит 10 бакинских на вывод. Ладно, пускай. Здесь забираем. Еще что-то тут у нас есть. Так, забираем. И продолжаем. Надо еще одно ускорение быстро сделать. Ну, вот, например, коллаборинг. Пускай будет. Поместить. Так, ну а теперь микропозавра втыкаем сюда. И пускай он потихонечку будет выводиться у нас. А, вот у меня еще что, ребята. Вот, сегодня выпал еще гауфиозавр. Прикинь. Гауфиозавр, ё-моё. У нас есть кого, ребята, теперь выводить. Вот что я тебе скажу. Так, собрать 3 мода. Ну что, пойдем еще моды заберем тогда уж. Давай мне что-нибудь там. Только давай что-нибудь попутевее, лучше пак. До конца боя уменьшает запас вражеского существа на 20%. Здесь нам достанется... Ать! Балалайку. Конечно же, балалайку, ребят. Ну и последний мод. Понятно, кровожадность, короче. Ладно, заберем. Так, откройте набор карточек. Это все потом. Ну что, давай дальше. Смотреть, что у нас тут есть. Пернатые предки. Блин, ну, я не знаю, ребят. Можно, конечно, рискнуть, но дальше будет хуже, мне почему-то кажется. Давай возьмем вот так, например. Против этого что возьмем? Ну, вот так, допустим. И вот так. Первый поединок пошел, как говорится. Че, я сразу атаковать буду? Он меня, правда, на следующей атаке уничтожит. За двух плюшек вот с этих вот. Я не удивлен. Раз, два, погнали. Меня больше интересует, сколько этот, ё-моё, 428. Да, друзья, да, тут. Раз, два, раз. Если он сейчас опять две плюшки мне врежет. А, он не пробил. Блин. Должны же... Да, ребят, ушатываем. Выходит спинозавр. Ну, понятное дело. Так, сколько мне будет он бомбить? 410. Ну все, ему крышка. Ему кран... Оу-оу, погоди. Фу, нафиг, я уже думал, сейчас будет там около 900. А мы его все-таки уничтожили. Это был первый только лишь поединок, прикинь. Давай смотреть тогда, что там дальше нам.
Ну, вы, вот вы серьезно, что ли? Дейнехейр, этот 825 к атаке. Это что за... Мне слов нету просто-напросто, ребята. У меня просто нету слов. Как они себе вот это вот представляют, а? 1500 хп, 726 урона. Я не знаю, ребят. Ну что, сейчас с двух плюшек мне бамс и все, и до свидания. Да. А надо было мне брать вот этого. Ставить. Ну что, горгозавр, блин, несчастный. Раз, два. Раз, два, раз, два. Проверим вот так вот, ребят. Ой, да и на хейр, блин, офигеть. Круто. Круто, друзья мои. Фейлится же, да? Фейлится. Ну и Треадон. Да, тот самый прыщ на одном месте, который мешается нам. Ну все, ребят, хана ему. Уж против там скольки, 7 атак он не продержится. А он и не собирался. Да, но дело-то в другом. Дело в том, что сейчас будут все крепче и крепче, а играть-то мне уже неким. Я и так сыграл уже по максималке, как только мог. Да? Давай смотреть. Но трындец. Эрликозавр. Блин, два хищника еще. О, слушай, ну хотя бы недорого. Такс. Мне нужна груша. Ну, я так скажу, подставная. Поэтому я возьму топиелозавра здесь. Да, сейчас он меня с двух-то ударов быстро накромсает. Блин, а тут Ютиранус 28 уровня. Так, что он тут елозит? Что он хочет? Что он придумывает? Так, 4. Все сливаешь, да? Он все слил. Давай, птеродактиль. Наше время тут как-то выступать. Погнали. Так, Ютиранус. Здоровья не так много, конечно, но по атаке. Ах ты, ты жук навозный, а? Раз, два, три, четыре. Проверим. На крамсульку-то он попал. Так, и Зухамим. Ну, у Зухамим, слава богу, хоть не так много атаки. Поэтому ему придется здесь хорошо потратиться. То есть три атаки, да? А он пять. Ну давай. Эдио Морфодон. Все в твоих, как говорится, лапах. Да, но у меня и баксов-то нету, чтобы потом, даже если что-то на откат поставить. Как это делать? Не знаю. Такс. Погоди секунду. Нехватка. Вообще нехватка. Ну, я не знаю. Тут, конечно, можно как-то попробовать.
Не знаю, у динозавра. Оу-оу-оу, чё так скафагнат, ну ты... Да. Ну это нереально, ребят, сейчас двух ударов врубит. Ой, какой же жестяк пошел, ребят. Да понятно, я даже не удивлен этому. Но все равно, ну как, ребят, ну как, вот я его должен вырубить. Все слить, что ли? А он еще одно очко действия передал скафагнату. Ах ты, жук ты навозный. Ай, так, сколько тебе нужно будет? Два удара? Да, наверное, или три, или два все-таки. Два он делает. И этого ему достаточно было, да? Эх, Эдиуморфодон. Раз, два, три. А вот я не знаю, что он там сделал. Взял ли он защиту? Не взял? Взял, ребят. Он взял защиту. Еще плюс у него очки действий есть. Ну, тут труба нам. Сколько раз я себе сам говорил, надо скафагната прокачивать, надо его эволюционировать. И не сделал этого. И вот теперь не хватает нам как раз одного птерозавра, блин. И денег нету. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас там по ежедневкам. Так, ПВПшка 3. И набор, карточек еще где-то надо открывать. Ё-моё. Я тебе скажу даже больше. У нас, по-моему, если мы пойдем сейчас на арену, у нас будут. Будут, ребята, но птерозавров не будет. Будут в основном вот такие вот ребятушечки, диплотаторы и верхозавры. Эрликозавр. Шипастик опять. А почему бы нет? Ох, как бы тут... Ой, ребята, у него тут, кстати, все травояднички. Я тебе скажу, что здесь надо, наверное, все-таки Таниколагрюсом играть. Угу. Ну что ты там размахался, машет он? Так, сколько у нас Таниколагрюс берет? По атаке. Ой, как красиво берет. А диплотатор еще больше берет. Так что поехали. Ну давай, давай, что-нибудь там делай. Еще две атаки дает, да? Так, я хочу прокачать по максималке, потому что Таниколагрюс потом будет рвать. Ему еще надо на шипастика сил оставить. Так, 2 очка 10 он оставил, да, получается? Но этого-то можем мы и завалить сами. Раз, два, три, четыре, пять. Вырубай его. А вот шипастик... Слушай, у него атака мощная, но... ХПшки оставляет желать лучшего. Но разве... Не, ну он хорошо, что 4 атаки слил. Это очень круто, ребят. Потому что сейчас будет действовать Таниколагрюс. Раз, два, три. Раз, два, раз, два. Хлоп. Ну давай, иди сюда. Уй, на ринг. Давай посмотрим, что ты сейчас тут придумаешь. О чем придумать, ребят? 127 атаки, это без вариантов. Все, до свидания. Давай, Тони, жми. Вот и все, вот и до свидания. Вот и допрыгался кузнечик. Так что, друзья, вот как-то таким образом все у нас получилось. Ну, это, сам понимаешь, промежуточные бои. Где мы вообще находимся? А мы в охотниках с тобой сидим уже, тусуемся, прикинь.
Вот так вот нас сбросили с доминаторов. Какие доминаторы? Надо с хищников сбросили, ё-моё. Так, редкие убийцы. Пирораптор, прям такой убийца, ё-моё. Редкий прям аж трындец. Ладно, апатозавр. Давай возьмем опять же Тани, Тони. И кого? Ну, догозавра. Блин, мне нужны доллары. Дали бы мне хотя бы соточку. Ну, а лучше две соточки долларов. И я бы тогда бы допрошел то событие. Опа, апатозавр тоже у него, да? Амбургиана. И тупуксель, или как он там? Неважно. Так, нам нужно с тобой сохранить вот этих двух. Угу. Ничего не стал делать, да? Он хочет поменяться наверняка на летунов. Ну, конечно, летуны будут круче против моего нондогозавра. Тут как ни крути. Тут как ни крути. Да иди ты. Наивный парень. 1600 у него, да? Просвежись чутка. Да, вот сейчас, конечно, будет больно. 465 к атаке. Ну, прощай, нондогозавр. Тут уж ничего нам не поможет. Да ладно, ты серьезно? Даешь мне типа отсрочку, да? Даешь мне типа отсрочку, да, получается? Ну, сколько ты сольешь? 6, все, все слил. Теперь он сухой, как бак 100-летней давности. Ну что, раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Адьюс, амиго. Давай тупуксуару эту сюда. На растерзание. Тем более 195 к атаке. Пи. Растереть и выкинуть. Да? Разжевать и выплюнуть. Можно и так сказать. Ну давай там что-нибудь зарядим по полной этой программке. Ну хорош там бурчать-то. Давай атакуй уже, ё-моё. Ну как-то так. Ну, я думаю, что мы в хищники-то не перейдем за сегодня, потому что нам уже практически неким воевать. Ну, что там не подкинешь? Еду. Ну что, последний поединок, ребята. Раджастега, Анкилодок и... Че, кого взять-то? Ну, давай, стегоцератопса. Вместо того, чтобы заработать немножко баксов, я их все слил практически. Да. Так, друзья, кстати, под этим видео в описании будут все адреса всех каналов, куда я перейду в случае, если вдруг закроют YouTube. Там у нас Яндекс.Дзен, Рутуб, Бусти, ну и, конечно же, ВК. Так что, ребята, смотрите, переходите, авторизируйтесь, а там уже определимся, на каком канале будем или стримить, или выкладывать видосики. Может быть, вы что подскажете. Так что, как говорится, буду рад вас видеть везде. Так, ну что, Диморфодон вообще отдупился сразу же. Афиукамим, травоядник. Они тут два травоядника, им в любом случае крышка сейчас обоим. Да не смеши ты меня, парень, просто не смеши. Просто вот раз. С одного удара, да? 1212.
Нормально так. Гиганоцефал. 80 к атаке. Хорошо чувствовать, да, себя доминантом его я. А когда мы, помнишь, в прошлой серии, когда вышел против нас такой бизон, блин. Мне чуть челюсть не отвисла. С одной плюшки, там сколько у него там атаки? Чуть не 8000. Куда там, ё-моё, с ним бороться, конечно, никуда. Ну все, ребята, победили. Я даже ежедневки вряд ли сегодня здесь успею завершить. Но нет, в хищнике я все-таки пришел. 98 место, о как. Дайте мне тогда что-нибудь нормальное. Дайте долларов мне 200. Да уж, доллары. На тебе еду и иди гуляй, как говорится. Так, ладно, здесь я заберу. Открыть набор карточек. Вот у меня... Негде мне открыть, ребят. Набор нету. Нету больше никакого набора. Понимаешь? В общем, пока я здесь ничего сделать не могу. Но я думаю, что я еще либо сегодня, но позже. Потому что я хочу здесь поиграть еще. И, возможно, все-таки допройти пернатые предки. Это нужно сделать. Ну, может быть, не сегодня, но завтра. Или будет сегодня, но выложу уже завтра. Так что, друзья мои, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.